нової моделі банних печей Ярмак. Представлені печами Ярмак Суперліт, Ярмак 32BS2K, 30BS2K. Печ имеет закрытая каменка вместительностью 50 кг и открытая каменка вместительностью 30 кг. Кроме того, печь имеет функцию парогенератора, с помощью которого возможно получать пар путем отдачи жидкости через заливной стакан. Внутри печи, внутри закрытой каменки стоит парообразователь, который позволяет подать жидкость в конкретную точку с максимальным разогревом камней во внутренней каменке. Значит, печь данная модель имеет стекло на задней стенке, через которое можно любоваться игрой пламени из парилки. Кроме того, с наружной стороны предбанники печи имеют дверь с увеличенной диагональю стекла. Характерная особенность, что печь имеет регулированный тоннель. То есть регулировка тоннеля может выполняться в пределах 100 мм.